мною на комитетом по ЖКХ он рассматривается, соответственно, с начала Нового года, вот, потому что он находился в комитете по экономике, был под ведомственным им по направлениям, связанный там был с имуществом, с землей, с другими темами. Потом, когда шла реорганизация, соответственно, он перешел вот только недавно в наш комитет, поэтому мы достаточно его оперативно рассматриваем, но вместе с тем, это так кажется, что здесь только какие-то есть технические вопросы, потому что основная тема — все правильно прописать, чтобы было понятно гражданам. Концептуальная идея, все понятно, межведомственное взаимодействие надо развивать, формы заявлений, соответственно, упрощать процедуру граждан, чтобы они не таскали папки кучу копий, различных документов с собой, во все органы не таскали, а чтобы все запрашивалось в рамках взаимодействия. Поэтому все нужно правильно прописать, чтобы это было жизнеспособно, чтобы ведомства соответствующие были. Мы видим, что вроде бы при даже таком техническом моменте есть именно разные точки исполнения этой концепции, которую все поддерживают. Поэтому сейчас вот в ходе рабочих групп мы практически сняли все разногласия, которые возникали по форме заявления, по тем документам, которые надо все-таки носить или не нужно гражданам носить. Поэтому вот мы сейчас выходим на финишную прямую, и я уверен, что на февральской думе он будет принят. Спасибо.